Блин, ребята, было жестко, меня чуть не грохнули. Нам надо сейчас аккуратно как-то прорываться будет. Вот и на связь, дорогие друзья. Рад приветствовать вас в новой серии по Гаррис Моду. Сегодня я буду играть на сервере Power of First Order. Все ссылочки и описочка будет, ребята, в описании. Залетай и играй вместе со мной. Ну и также, бро, обязательно прожми свой смачный лайк и подпишись на канал. Заранее огромнейшее спасибо, бро. Ребят, в общем-то, мы прибыли в наш лагерь Первого Ордена, потому что, ребята, Первый Орден переживает не самые лучшие моменты в своем истории. Дело в том, ребята, то, что флот вообще Первого Ордена потерпел Короче, его победили, да, и ему очень плохо. И поэтому, ребята, у нас такая временная бичевская база. Но если вы, ребята, зайдете на сервер и будете, ребята, помогать Первому Ордену, мы вытесним чертовых повстанцев и будем, ребята, делать конкретные делишки. И давайте слушать нашего командира Combat Level 26. Ну, лучше времена в Ордене. Но нужно что-то делать. Как видите, мы в данный момент на достижной планете. Вот она, помечена база. Наша задача является наступление на... один из основных постов сопротивления. A few moments later. Хочу оливье. Если, ребята, у вас тоже уже есть немножечко новогоднее настроение, обязательно, ребята, жмите лайк, потому что у меня лично есть. Ну, вы, кстати, тоже можете проголосовать сейчас в правом верхнем углу, есть у вас новогоднее настроение или нет. Я опять же повторяюсь лишь, что у меня оно уже есть. Все, ребята, короче, мы отправляемся на захват планет, ребята. Увидимся с вами уже, когда будет твориться трэш. Надеюсь, что я выживу, а может и не выживу. Все, ребята, короче, мы уже прибыли на первую планету. Сейчас будем взрывать, убивать и, короче, ребята, делать конкретные дела. Вижу первых врагов, давайте их убивать. О, вот это давно не было. Блин, и снова этот размытый прицел. Почему он меня везде преследует? Ребята, я не знаю, в чем прикол этих размытых прицелов. Вы можете, конечно, в комментах написать, но у меня от них жестко бомбит. А вот этот пацан, короче, походу терминатор. Ребят, реально, напишите, в чем проблема этих прицелов, потому что, как вы помните, я снимал Warhammer 40 тысяч ролеплей, ребята, там тоже был размытый прицел. То ли это, ребята, все прелести сборки, то ли это, не знаю, то ли это просто фигня какая-то. Ребят, напишите, пожалуйста, реально, это мне может помочь. Так, ну все, мы здесь вроде тех повстанцев перебили, соберем как раз-таки патрончики и пойдем дальше. Мьют, давай на гору, забирайся, прикрывай нас с воздухом. Все, ребята, отлично, теперь нас мьют будет привыкать, вы поняли. Прикрывать с воздуха, а мы, ребята, будем продвигаться по земле, как я понял. Но это, в принципе, тоже неплохо, главное не попадать под огонь своих людей. Потому что тут может быть такие моменты, когда реально могут по своим попасть. Вот, а это мьют, хорошо. Вот, ты за мной. Да, сэр, я за вами. Иду, ребята, за своим боссом, не отстаем от него. Он, кстати, пилот. А, в меня попали, мужики, в меня попали, помогите, нет, господин, в меня попали. Блин, что делать, офигеть, его, кажется, вообще убили, охренеть. Помогите, я полумертвый, спасите, пожалуйста, я полумертвый, помогите. Сейчас будет, не на меня, смотри за спиной, пока я тебя лечу. Хорошо, спасибо, вы добрый, пошлите дальше воевать. Все, ребята, вот сейчас у нас мастерской, знаете, такой спуск скалы, очень, ребята, опасно, можно и убиться, только я, правда, не знаю, куда мы идем, потому что тут река, может, мы и туда идем, ребята, фиг знает, куда мы на самом деле идем, но будем следовать за нашими ребятами. Подождите, а как же я, ребята, как же я? Оп, все, отлично, все, ребята, мы находимся на холме, я там слышу какие-то выстрелы, опасные, ну-ка, так, ну ладно, вроде там еще нету, можем потихонечку спускаться. Это пиздец. Ой-ой-ой, не-не-не, забирайся обратно, помогите, пацаны, быстрее, помогите. Нет. Блин, ребята, было жестко, меня чуть не грохнули. Нам надо сейчас аккуратно как-то прорываться будет. И нам надо подхилиться, потому что у меня лоу хп нет, подожди, я не хочу умираться. Так, все, отлично. Ой, братаны, не туда, не в тот переулочек зашел. Блин, мне нужен хил, ребята, мне срочно нужен хил. А вот где этот хил взять, это уже другой совсем вопрос. Так, где наши чуваки? Вон, вижу нашего одного челика. Но он слишком далеко, ребята. Так, все, вроде... Лох! Пидр! Все, меня наконец-таки вы... Объяснить этот факт действительно невозможно. Короче, ребят, как вы поняли, это попытка номер 2. Нас всех тогда слили, и сейчас мы пытаемся пройти эту миссию заново. Но, в принципе, ничего удивительного нет. Это живот, и всегда все через жопу, и я сейчас чуть снова не грохнулся.
И, короче, сейчас у нас произошел такой профессиональный спуск бойцов, и вроде как все хорошо, но это пока что. А что у нас сейчас будет дальше, мы сами и узнаем. Но пока я вижу какой-то домик какого-то летающего человека. Это наш тот мандалорец. Так, все, давайте штурмуем дом. Ты что, охренел? Я сказал штурмуем. Ты что, блин? Ты что? Ой. Упс. Короче, ребят, подошли мы к какому-то камню, к какому-то водопаду. Тут у нас еще есть танки, почему-то это X-130, не понимаю, почему, что они здесь делают. Ну, а, ребята, вон, началась у нас перестрелка, блин, я прям вовремя встал красоваться, блин, давай, хренач его. Все, отлично, ну, мы зафигарили, идем дальше. Так, убиваем того пацана, вообще, глупый какой-то попался чувачок. И, короче, прорываем их базу, потому что нам нужно захватить TX-130. Видно, эти ребятки их захватили, но нам, ребята, надо их отхватить обратно. Потому что мы сейчас с вами, я уже как сказал ранее, бомжики. А техника нам лишней не помешает. Все, взламываем дверь и врываемся. Тупо врываемся. Давай, братан, открывай дверь. Все, ребята, короче, мы открыли дверь. Вернее, сумели открыть дверь. А куда пропал TX-130? Ну ладно. Все, ребята, идем на совещание. У нас тут совещание. Думаю, все 105-200, или, ну, 105-120, так примерно, находится радиовышка. Наша задача является ее захват и перенаправление и вызов нашего флота. Поэтому... Мьют, выдвигаешься вперед. Сзади. О, ребята, на нас, смотрите, нас уже нападать начали эти уроды, пока мы тут переговоры вели, блин, вот, ой, тут совсем все жестко. Блин, ладно, пусть наши чуваки, как всегда, разберутся, а я подойду на все тепленькое, да, я такой, я люблю так воевать. Ну ладно, у меня не такое мощное оружие, да и я всего лишь простой штурмовик, поэтому не буду слишком жестко рисковать. Ну ладно, вышел я на охоту на повстанцев, и все, минус повстанцы, пошли, отлично. Так, все, следуем на радиовышку, вроде она так называется, захватом ее, вызываем флот и сделаем красивые делишки. Из гиперпрыжка вышел корабль сопротивления. Ой, ребята, это хреново. Сэр. Но, в принципе, что следовало ожидать, когда он выходил? Да, классно. Добрались мы до турболазера. Сейчас будем его фигарить, бомбить. Ой, по мне попали. Мне хочется плакать. Все, ребята, наконец-таки меня обратно тпхнули, потому что меня убили уже какой раз. Тут у нас просто интересно. О, лол, а кто это? Подождите, а кто это? Что это за... Что это за форма? Это вообще наши ребята или переодетые повстанцы были? Капец. И если это были переодетые повстанцы, они, конечно, уроды, что воспользовались формой наших ребят, конечно, их очень жалко. Ну а пока, ребята, на нас снова напали чертовы дроиды, нам сказали построить оборонительный круг, давайте мы этим, собственно говоря, и займемся. Попал я по своему пару раз, сорян, братан, если ты это смотришь. Я не хотел, я не специально. Но это не точно. Шеренгу тоже встали. Я два раза повторять не собираюсь уже. Мне вообще плевать сейчас на вашей жизни, понятно? Слушай меня. Нифига, ребята, все жесткие командиры. Так и охота сделать и вот так вот. Ну ладно, пусть живет бедолага. Бродяга, блин. Мы сота и областного мы постараемся удержать позиции. Действуем быстро. И сразу говорю, Ота, он с нами поет, мы будем оборонять позиции. Все, ищем, где-то на фабрике должен быть культ. Блин, да почему у меня всегда самое скучное, оборонять позиции? Я тоже хотел пойти там повзрывать, блин, ну ладно, оборонять так оборонять, хорошо. Все, снова, ребята, этот крюк. Запомните, крюк и Ота это две несовместимых практически вещи, но я все же попытаюсь забраться, снова я застрял. О нет, только не эта хрень, только... Я не могу, нахуй, уже просто пиздец, я заебался. Так, ладно, там наши, короче, ребята бегают, пусть они отстреливаются, я буду тут сидеть, буду их прикрывать со здания, потому что тут... Хотя, ладно, я не толовая крыса, пойду вместе с ними воевать. Это мои братья, ну, почти братья. Флот сопротивления прибудет через 20 минут. Какой нахрен флот сопротивления? Нам нужен наш флот уже, блин, господи, помогите кто-нибудь. Начал настраивать турболазеры в сторону повстанцев. О, вот это годно. Ладно, красавчик, забираю свои слова обратно, он молодец. За это я пойду убивать повстанцев дальше, великолепно. За это мы, ребята, пойдем повстанцев убивать дальше, хотя их всех убили, и это классно. Отказ, пульт глушит поступленные приказы для турболазеров. Ты охренел, пульт, мы тут умираем за тебя пару раз, а ты отказываешь, ты, тебя убить что ли? Стреляет. О, ребята, смотрите, ведут стрельбу по этому уроду, ведут, ребята, стрельбу по уроду, молодцы. Ой, я забираю свои слова обратно. Нет, подождите, только меня не убейте, прошу вас, я не хочу умираться еще пятый раз. Eventually.
Ух, ну все, вроде бомбежкой закончилось, никого у нас тут не забрало. Ладно, это хорошо, это хорошо. Забираемся сюда на вышку или что это, я на самом деле не знаю, но надеюсь, все будет хорошо. Обстрелом корабль задел турболайзер с генератором. О, вот это плохо, вот это плохо. Вижу, ребята, истребители, вижу истребители. О, это наши, что ли? О, это наши вроде, это хорошо. Да, смотрите, истребители отрабатывают прямо по чужому крейсеру, это хорошо. Короче, ребята, все отлично. Сейчас мы захватили тут какой-то радиоуправляемый приемник. Не знаю, как это называется, короче, пусть будет радиоуправляемый приемник. И, ребята, сейчас мы отправим, наконец-таки, призыв о помощи. И нас спасут, придет наш слот и всех разбомбит, наконец-то. Давайте, ребят, спросим пустоты, что там вообще, прибыл наш флот или нет, мне интересно узнать его мнение. Пустота, ты вообще что думаешь, твои комментарии, прибыл флот или нет, ты что думаешь? Ну пошли, пошли, проверим, думаю, ребята, он прибыл. Так, как тут дверь открыть, блин, откройте дверь, плиз, ну, нифига себе, офигеть, а что это за темные чуваки, боже мой, сколько на... Офигеть, вот это, ребят, реально флот. Короче, ребята, первый орден возродился из пепла, так сказать, восстал из песка, из глины, из мяса, из теста. Короче, вы, ребята, меня поняли, это просто эпик. Что ж, братик, надеюсь, тебе понравился ролик и ты уже подписался на канал, ведь у меня есть маленькая мечта в 5000 подписчиков. Надеюсь, ты мне поможешь ее достигнуть, заранее тебе огромное спасибо. Ну и поставь, пожалуйста, свой смачный лайк, ведь мне будет очень приятно, а тебе не сложно. А с тобой был Лотто, пока.